Накануне в Сочинском ледовом дворце было жарко. Здесь вместе с генеральным директором ночной хоккейной лиги Алексеем Касатоновым дали старт 11-му сезону. О том, как все прошло и какие сюрпризы подготовили для болельщиков, расскажет Валерий Виноградов. Топ-менеджеры, водители такси, бизнесмены и рабочие. Всех этих людей объединяет одно – любовь к хоккею. Они вышли на лед и вместе с генеральным директором ночной хоккейной лиги дали старт в Сочи 11-му сезону. Строки мы начинаем и 11-й сезон, что команды, главное, очень дисциплинированно относятся во всех регионах к тем требованиям, которые предъявляет сегодняшнее время. И поэтому мы рады, что сезон стартует, самое главное. И надеемся, что все команды его завершат успешно. И мы опять приедем в наш любимый Сочи на фестиваль ночной хоккейной лиги. Ночная хоккейная лига дает возможность любителям начать заниматься хоккеем с самых истоков. Стоит только надеть форму, выйти на лед и получить удовольствие от баталий. Одна из таких команд – «Олимп», где тренируются те, кто влияет на развитие хоккея в Сочи. «Олимп» – это больше у нас команда друзей, и она играет только в Кубке Созвездия. Надеюсь, в этом сезоне она также будет играть в Кубке Созвездия. Вот, а в самом чемпионате, в сезоне она не играет. В нее входят в основном только те люди, которые способствуют развитию хоккея в городе Сочи, в Сириусе. Хоккей для Сочи после Олимпийских игр стал одним из приоритетных направлений физической культуры и спорта. На это никак не повлияла пандемия коронавируса. Ведь спортсменам необходимо соблюдать строгие правила. Пандемия на первых своих порах, когда только мы начинали, учились жить с этим коронавирусом, были определенные проблемы. Сейчас спортсмены очень находятся в жестком регламенте. Есть согласованные действия, которые утверждены Министерством спорта Российской Федерации, Федеральной службой Роспотребнадзора. Поэтому спортсмены очень люди дисциплинированные, они их соблюдают. И от того, что люди занимаются спортом, играют в хоккей, это никак не отражается на эпидемиологической ситуации. Одними из первых команд, кому посчастливилось открыть 11-й сезон ночной хоккейной лиги, стали «Медведи» и «Исток». Соперники решительно настроены только на победу. Задача все равно у нас есть побеждать в каждом матче, но основная задача – это как бы сформировать команду, скажем так, на будущее в течение этого сезона. Хоккеистам из «Истока» противостоит созданная в том году команда «Медведи». Но более опытные соперники оказались сильнее и победили со счетом 3-5. У нас команда новая. Только в этом году сформировалась, мы ее с нуля создавали. Ну, хотим добиться самых главных высот. Будем стараться работать, команда каждый день тренируется, поэтому посмотрим, как сезон сложится. Но это только начало сезона. Сколько еще матчей впереди? В целом планы у ночной хоккейной лиги грандиозные. Мы в этом сезоне придумали очень много интересного не только для зрителей, которые смотрят матчи в прямой трансляции, для болельщиков, которые, мы надеемся, вернутся совсем скоро на трибуны. Мы стараемся улучшать наши соцсети, развивать медийность направления лиги во всех смыслах. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. И мы попытаемся в этом сезоне, мы запустили новую рубрику, она называется «Инсайт ночной хоккейной лиги города Сочи», где мы будем рассказывать и показывать все, что связано с хоккеем, о жизни в хоккее, вообще изнутри. Добавим, что телеканал «Сочи-24» показывает самые топовые матчи в прямом эфире. Валерий Виноградов, Ольга Лопаткина, Александр Киреев. Время новостей.